Спортивный комплекс «Мордовия» в Саранске для клуба «Пересвет» вот уже в четвертый раз становится счастливым. Местная республиканская федерация ММА уже на протяжении 9 лет все свои турниры проводит в открытом формате. Последние 4 года в них принимает участие и клуб «Пересвет». Традиционно ребята из Барышской епархии представляют всю Ульяновскую область. Помимо наших спортсменов, за кубок «Мордовии» бились ребята из Пензенской области, Чувашии и самой Мордовии. Всего турнир собрал 80 человек. Много участников, несмотря на то, что достаточно, так скажем, сузился формат из-за коронавирусных ограничений. Но, тем не менее, 80 участников сейчас собрать – это достаточно много в нашем виде спорта, тяжелым очень. Несмотря на такие, действительно тяжелые у нас времена, просто нам жить нужно с этим, жить достаточное время, просто соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы. Основная часть спортсменов – это возрастная категория 12-13 лет. В ней и выступали все пятеро пересветовцев. Самых первых поединков стало понятно, что уровень подготовки мальчишек из Барышского района высочайший. Многие свои поединки ребята завершали досрочно болевыми приемами. А вот Андрей Седов стал настоящим героем турнира. Получив первое место в своей весовой категории, он решил выступить в более тяжелой и не прогадал. В первом же поединке Андрей буквально забил своего оппонента. Увы, но в финале немного уступил по очкам. Досаде не было предела. Вторая золотая медаль буквально ускользнула на последних секундах. Также немного не повезло жадовцу Юрию Бузову. Он стал третьим на этих соревнованиях. Зато уроженцы поселка Самородки Богдан Макарычев и Матвей Абрамов, а также Ярослав Малиновский из Барыша выполнили поставленные тренером задачи на все 100% и заслуженно завоевали золото. Выступлением ребят я в целом доволен. Ребята показали себя, как говорится, с наилучшей стороны. Грешности, как в любом виде спорта, у всех спортсменов всегда есть. И всегда есть над чем работать, всегда есть к чему стремиться. В результате из 10 проведенных поединков пересветовцы уступили только в 2. Пятеро воспитанников монастырского клуба завоевали 6 медалей, 4 из которых золотые. Когда же начали подсчитывать общекомандные результаты, то выяснилось, что представители Ульяновской области уступили лишь пензенцам. Для сравнения, у занявшей первое место команды в заявке числилось 40 спортсменов. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии. Специально для Управда ТВ.